Всех приветствую. Что ж, сегодня 3 марта 2023 год, пятница. Солнечный такой, знаете, чудный день. И знаете, сегодня выпуск будет посвящен тому, что я хотел сказать еще вчера, но вчера мне как-то, ну, не смог я это сделать. Вообще-то 2 марта 2022 года был создан канал, на котором вы сейчас смотрите это видео. Я вчера не хотел об этом говорить, был вчера очень тяжелый день, но вот ровно год, как существует этот канал Free Ukraine, на нем практически 11 тысяч подписчиков, каждый день практически, без исключения, выходит на нем видео о том, как вот вообще проходит жизнь при фронтовой зоне, и как вообще мы живем тут, украинцы. Вот так вот. Всем спасибо вообще за поддержку эту, за нормальные комментарии, за лайки, за подписки. Я не мог никогда подумать, знаете, но думал. Хотелось мне, конечно, там заняться блогингом, но не думал, что вот такой ценой, что вот это послужит именно катализатором того, что сейчас происходит. Грустно вот это на самом деле, что, знаете, было бы счастье, но несчастье помогло. Спасибо всем, кто подписывается, вообще, кто пишет именно реально нормальные комментарии. Я там порой именно, особенно вчера, вот это, я просто удалял там. Одни же те же, они же под копирку написаны. Вот так вот. Спасибо вам, люди. При желании я оставлю, знаете, в комментариях, там в описании ссылку. Кто хочет как-то поддержать финансово канал, отпраздную я немножко так это дело. Хотя даже не отпраздную, а просто потрачу, знаете, его с пользой для нас же. Кто хочет поддержать канал Free Ukraine, у меня будет номер карты в описании. Поэтому вот так вот. Грустно, что все так происходит на самом деле. Что происходит, это все вот такой ценой. Бережите себя. Все у нас будет доброе.